Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, я сегодня у мамы. Посмотрите, она нас чем сегодня угощала. Со свежим салом. Посмотрите, сало солили. Когда, мама? 6 ноября. Да, мама, рассказывай, как солила? Давай, всем интересно. У тебя сало всегда вкусное, мягкое. Солью. Солью, да? Да. Рассказывай, как солью. Солью посолила. Через 3-4 дня я его меняю. Вниз, вверх, верхний слой вниз. Да, я, чтобы солилось. Да, Где немножко краснота, туда соль насыпаю и натираю это чеснок с перцем. Вот. Натираю. Вот уже сегодня 10 дней получается, по-моему. Сегодня какое число? 17. 17, да. Подожди, сегодня 17-е разве? Сегодня 17, сегодня 18. Ну ладно, разница немного. Uh-huh. Да, разница немного. Вот. Будем попробовать еще с вами. Ну давай, нарезай тоненько. Короче, друзья, вы поняли, наверное, да? Через некоторое время, когда мама вот поменяла снизу наверх, верхнюю вниз, воду собирается, это вылила, а после уже, вот как поменяла, еще раз 3 дня проходит, и она натирает на сало чеснок с перцем черным. И вот сегодня уже 18 ноября, и мы снимаем пробу. Мы уже много сняли, вот уже вот делаем для вас видео. Вкусные. Вкусный, тает во рту, мягкий, да? Давай вот это вот, ой, большой кусок. Вот это вот я съем. Мама говорит, съешь уже это, перевожу. Да. Как всегда, у нее сало, как всегда, друзья. Это не то, что я прям хвалю. Как есть, так и говорю. Сало тает во рту. Получается, как сливочное масло. Вот. Она еще делает, бывает, прям куски вот красным перцем делает, и вот семенами укропа ты тоже делаешь же, да? Да. Тоже вообще очень вкусно. Вот эти сейчас все по пакетам и в заморозку. Ну, конечно, у нас это все не сидят. Вот один тазик себе оставят, другой уж продадут. Мам, продавать будете же, да? Да, да. Ну, конечно, куда это? Я сейчас не делаю. Ну, вот так, ну, друзья. Ну, молодец. Мама. Да. Умеешь? Это масса, что я молодец. Вот, друзья, ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Лишнее, что не надо, не пишите. Это уже мама моя, она уже, как говорится, в годах. Поэтому бочки, не бочки, уж что есть, что есть. Вы это, солите в бочках, мы нам пойдет так. Пищевые. Не пищевые, да? Пищевые. Пищевые. Все. Пока-пока.